Ракутагин, ты это видел? ВКонтакте ввели стикеры про Warface, это же офигенно! Капитан, ты как маленький ребенок. Ой, стикер ввели, смотри, какая няшка. Ну, в целом неплохо, да, и такие интересные стикеры, но я их немного переработал. Некоторые из них, такие самые актуальные сделал, которые действительно отражают то, что эмоции, которые переживают наши игроки в нашей игре. И все это сделал в армии нагиба, кстати, можешь зайти тоже. Там в фотоальбоме и на стене я тоже это опубликую. Можно скачивать и использовать. Они более актуальны, серьезно. Вот полюбуйся просто. Вышибатель. Кинокомпания «Не та кнопка» и «Мозголом Продакшнс» представляют. Ракутагин, ты реально странный. В магазине полно достаточно интересного доната. Но ты купил навсегда это. Че тебе не нравится? Это же аук. Ты вообще его отдачу видел? Ой, капитан очевидность. Я что, виноват, что ли? Я не знаю, может, там в офисе сидят, у них косяки вот такие, они оттуда эту отдачу высасывают. Но это долгий разговор. Причем тут отдача? Пушка-то классная. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортин, капитан очевидность. АУК-3 штурмовой. Да, отдача, но как бы все равно нагиб. И Руслан Искрин поделился с нами отличненьким таким анекдотом. Анекдот следующий. Класс. Директор школы вводит новую учительницу. Говорит, дети, это ваша новая учительница по английскому языку. И говорит ей, приступайте к уроку. Она говорит, хорошо. Директор идет на задний ряд и садится за одну парту с Вовочкой. Учительница подходит к доске, пишет какое-то предложение. Мел падает, она нагибается за ним, поднимает мел, встает. Говорит, дети, кто сможет перевести? Вовочка тянет руку. Она говорит, да, как вас зовут? Он говорит, Владимир. Хорошо, Владимир, говорите. А он говорит, ща бы юбку покороче и вдуть как следует. Она говорит, ты чего? Ты обнаглел, пошел вон отсюда. Он красный весь, собирает свои учебники, в портфель ложит. Учителю поворачивается, к директору школы. Да, типа такого, да, спасибо. Поворачивается к директору школы, говорит. Слышь ты, говорит, если не знаешь, нехрен подсказывать. Да. Вот так вот. С почином тебя, в общем. Это я и хотел. Злобный, сука. Злобный. Ладно. Сейчас демон затащит. Демон или Димон, никогда непонятно как-то. Ну, игроки не очень у нас бывают грамотные в Warface. Диман, то есть и не демон, и не Димон. Битва двух ниндзя. Да, вроде бы как бы кто лучший угол возьмет. Сейчас что-то произойдет, смотри. Есть! Красава, Ракутагин, затащил. Только ниндзя может победить ниндзя. Это про наших игроков, именно так. Да. Поехали. Да-да-да-дам-дам-дум-дум. Блин, какую-то ты музыку... Хотя вообще для этой карты эта музыка подходит, да. Какая карта убитая, такая музыка. Не люблю эту карту, никогда не любил. Ой, мама! Вот эти тут куча гранат, блин. Это прям как ангар, только в захвате. Куча гранат. Куча наших прекрасных кемперов. Крысокемперов, как только в Warface их не называют. В общем, хатико. Много хатико наверха. И все. Хэдшот, детка. You get owned. Да. Именно так. Ну, надо же на ком-то оторваться. Я на этом минике оторвался. Хэдшот. Да. Успешно. Ха-ха, пацаны красиво лоханулись вдвоем сразу. Вот такой вот сюрпризик, да. Да, Кэп, вот скажи мне, это вообще как-то лечится? С болтовкой на респе до талого. Короче, всю команду убили с болтовкой на респе. Я в шоке. Да. А ты обрати внимание, у нас тоже такие есть. Ну а что ты хотел, Кэп, как бы? Это, я тебе говорю, это как эпидемия. Один показал, все теперь так будут делать. Зараза какая-то. Не, я понимаю, когда на командном бою там реально классно так играть. Но
Но здесь это обречено, как бы, ну, все, нам все понятно, как бы. Здесь это от этого пользы не будет. Нагиб? Нагиб, да? Ну и здесь-то еще ладно, еще как-то так, ну спорно, но в некоторых ситуациях иногда, но вот не сейчас точно. Сейчас, когда твою команду как бы нагибают, надо наоборот выйти на передовую и что-то показать. Дать шанс команде затащить. Вот, но когда на штурмах так делают, на доминат. Ну, в общем, мы об этом говорили уже, все понятно как бы. Это неизлечимо, это диагноз. Как бы... Угол головного мозга, сука, хатика головного мозга, да. И больше никак. Ну ладно. Хедшот, деточка, да, вот, вот так вот. Он зашел, как бы нагнул, это правильно. По-любому это где-то здесь обитает, по-любому. Где-то опять на респе тусуется. Нет? Да ладно. Он что, ушел с респы? Да этого не может быть. Это невероятно. По-любому что-то где-то тут будет снизу, короче, ждать. Нет? Странно. Не, ну ты смотри-ка, действительно. Ну он по-любому там на респе где-то тусуется. Это сто пудов. Сто пудов он на респе тусуется. Он даже не пойдет, не додумается, как бы, вот эту ситуацию, как-то все это тут. Все. Все. Это тот же самый снайпер, короче. Он там же на респе где-то сидит, в кустах где-то заныкался, короче. И ждет у моря погоды. То есть, ну... Нет, ребята, захваты так не выигрывают, серьезно. Захваты так не выигрывают. Только не захваты. Там-да-дам-дам, я нагибаюсь сегодня, дам музыку хорошую, слушаю я на убежке, дам. Что-то у меня просыпается творческая энергия. Я чувствую себя просто великолепно. В целом, когда я играю в Warface, я чувствую себя либо просто великолепно, либо отвратительно. И тогда я выключаю Warface. Да. Хедшот, малыш. Вот так вот себе. Сегодня я чувствую себя хорошо. Урон идет, все нагибается, нагиб случается, и все замечательно. 7-2. 7-2 пока уже так неплохо. Он точно там же, где и раньше. Это же самый снайпер. В тех же самых трущобах. Он забился, короче, и охраняет мусорный бак. Да. Ну блин, сука, они неисправимы. Я обожаю их. Я обожаю эту карту, я обожаю этих игроков. Это нечто. Это что-то неповторимое. Непонятно зачем, но они делают это. Вы знаете, что такое безумие? Это повторение одних и тех же действий с надеждой на изменение результата. Но результат, сука, не меняется, так у этого снайпера. Это безумие. Я так и назову это видео. Безумие. В всяком случае, на картинке надо будет это вставить. По-любому. Так. Нет. Это, сука, неизлечимо. По-любому. Вот сейчас эти ящики тут слева, короче, и респа. Не, надо же, на ящиках никого нету. Странно. Может, не показалось? Может, все-таки они решили по-другому? Я ящики, значит, займу. Да. А почему нет? Очень даже можно. Не, ну ты-то тоже углами не брезгуешь. Я-то не брезгую. Кто тебе говорил? Я же тоже варфейсник, как нас называют, бля. Самонагиб от Рокутагина. Быстро, четко, с гарантией. Но я пытался, я страдал, я мало ел и плохо спал. За ящик этот, будь он проклят, я жопу рвал, я весь страдал. То ли Гумилева перечитал, то ли те разработчики с тобой косяком поделились. Нет, они как бы косяк вшит в отдачу этого оружия, и если ты берешь его в руки, ты уже считаешь, что как минимум пару плюшек тебе досталось. Да, бля. О, это мой товарищ магистр, красава Рокутагин. Это очень древний игрок, ну относительно древний. Вот. Я сколько играю на Чарли, столько его знаю. То есть ему минимум 2,5, больше 2,5 даже уже лет, этому игроку. Вот он нагибает, молодец. Ну, старается человек, что. Тоже тот еще нагибатор. Блин, а сколько ребят было? И самое интересное, многие старички остались. Кто бы там что ни говорил, типа там, все старички с Warface ушли. Ничего подобного. Я знаю игроков, которые играют столько же, сколько я. Знаю тех, кто играет вообще с самого основания Warface. Знаю тех, кто играет с самого... запуска сервера Чарли, и они все играют, и все нормально, так что это неправда, неправда. А потому что в этой игре есть разнообразие.
Тут как бы не только там один режим и кейсы, скины какие. Ничего подобного. Здесь куча режимов. Тут PvE. Тут, блин, один PvP режимов столько, что я даже не все помню. Ну вот это я понимаю, это разнообразие. Да и кейсов у нас много. И, сука, там не только скины. Там реальный как бы профит. Да. Как бы, зачем платить больше за меньшее? Надо платить как бы. За что? Я люблю эту игру. Я люблю этих игроков. Я люблю эти углы, сука. Я люблю этих хатиков. Мне нравится. Это реально нагибает. А. Ага. Я знаю, кто остался. Я по звуку. Хедшот. Я по звуку слышу, кто остался. Это тот самый снайпер, и он опять не уходит с респы. Он где-то здесь. Вот я вам говорю, это 100 пудов. Он где-то здесь. Он обречен по-любому, даже если он меня или еще кого-то убьет. Тут слишком много игроков против него. Но он. Да, это он. Кассио. Он не изменяет свои тактики. Тактики. Сейчас. Ну, он будет нагнут, это 100 пудов как бы. Тут шансов-то никаких. Да. Он уже нагнут. Все. Бля, Кэп, а классно, что они так играют. Это такие... Для рачка, который не играет на этой прекрасной карте, сойдет. Не хочу я на убожище играть. Это последний раз я на ней играл. Ну, не последний, но как бы. В общем, вы ее не скоро увидите на моем канале, я вам обещаю. Вот. Но хорошо, что такие игроки есть, как Кассио. То есть, всегда можно просто зайти и сделать изи-карточку, да. Вот что я хочу сказать. 10 фагов, 7 хедшотов, you as own. Все достаточно неплохо получилось. Если данное видео вам понравилось, давление стабилизировалось, пищеварение улучшилось, и вы чувствуете, как ваш организм наполняется позитивной энергией, то ставьте лайки, чешите яйки, друзья мои, вступайте в нашу армию и гибайтесь. И мы увидимся. Ракутагин, ты реально странный. В магазине полно достаточно интересного доната. Но ты купил навсегда это. А, сука, колесок там, интересный донат. Ну, ты вообще его отдачу видел? Ракутагин, ты реально странный. Да, в магазине странный. Полно достаточно интересного доната. Но ты купил навсегда это. Мне Боб Марли подогнал это. Сука. Ты вообще его отдачу видел? Нет, не видел, мне похер. Ракутагин, ты реально странный. В магазине полно достаточно интересного доната. Но ты купил навсегда это. Кэп, чем тебе аук не нравится, я понять не могу. Ты вообще его отдачу видел? А при чем тут отдача? При чем тут отдача, сука? При чем тут отдача вообще? Чем тебе отдача не нравится, сука? Иди косяк, кури, понял? Сука. Бля, Кэп, они реально такие курят, по-моему, там. Это вообще просто что-то. Нагиб.